меня возникла проблема, потому что по правилам во время заезда на время гонщик должен быть в шлеме. О нет, нет. Пора было задействовать свою гениальность. У Ламборгини здесь есть водитель-испытатель. Как тебя звать? Джакомо. Джакомо. Это итальянское имя. Якомо. Джакомо. Джекмо. Джакомо. Бог с ним, не беспокойся, ты точь-в-точь, как я. Я опущу камеру, чтобы ты казался выше. Да? В шлеме будет нормально. У меня такие же кудряшки. Но ты должен говорить, как я. Ясно. Скажи, Хаммонд, ты идиот. Хаммонд, ты идиот. Ты идиот. Ты идиот. Точно, он вечный идиот. И еще одна фраза. Это самая быстрая машина. Пауза в мире. Хаммонд, ты идиот! Это самая быстрая машина. Пауза. В мире.